Вам нужен ремонт? Тогда мы идем к вам. Вот так руководство Чебоксара помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Что изменилось в их квартирах, узнавала наша съемочная группа. Обои в желтых лимонах, белоснежный потолок и бежевый линолеум. Вот так теперь выглядит кухня ветерана войны Леонида Петрова. Вместе с ней изменилась и гостиная. Ремонт в двушке на Эгерском бульваре делали 1,5 месяца. Ремонтом довольны, общий язык нашли, товары, все необходимо надо было вместе. Покупали и дочь у нас, и бригадир. Работали хорошо, претензий нету. Программа по ремонту в Чебоксарах работает не первый год. Чтобы в нее попасть, семьям ветеранов нужно подать заявку в районную администрацию. За последние 3 года мы отремонтировали 42 квартиры участников Великой Отечественной войны на общую сумму 1 миллион 612 тысяч рублей. Работу также будем продолжать и в следующем году. Бюджет этого года более 600 тысяч рублей. В столице Чувашии на эти средства сделали ремонт в 15 квартирах ветеранов войны. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин. Республика.